Кузя, всем привет! Потеряли меня многие из вас. Что могу сказать? Времени свободного на все свои лесные похождения, рыбалки абсолютно нету. Ну, если честно, секрета нет тоже. Почему садик детский не работает, приходится сидеть в няньках. Как бы это не смешно звучало, но вот, приехав в последнее соревнование, я вообще выбраться не могу никуда. Сегодня удается мне несколько часиков. Съезжу, хотя бы запашусь живцом. Ну и в этом же ролике, наверное, сделаем так, что продолжение всего того. Живец мне нужен для чего? Сейчас у меня времени свободного много. Можно по столушечке на них какие-то поставить. Понимаю, что результат, скорее всего, будет печальным, как и обычно. Но у нас хоть будет какая-то цель. Можно съездить так на пару часиков, провериться. Да, да, нет, нет. В принципе, не говорю без счастья. А вот во всей этой атмосфере рыболовной. Так что, погнали. Термос с чаем обязательно с собой на рыбалке иметь. Даже если поехали не на долгий срок, горячий чай пригодится. Беру с собой термос Арктика с ситечком. Тут уже заварка заправлена, закрутил. Ну и вкуснейший чай на месте пьем. Раз. Все. Термос закрутили. Не тяжело, зато все время с горячим вкусным чаем. Погнали. Если честно, после Кубка России, чемпионата области, после всех этих поездок, была некая усталость и, в принципе, вообще на соревнования, после соревнований, не о соревнованиях, не о простой рыбалке, думать даже не хотелось. Хотелось провести максимальное время дома, и так вот случилось, что, в принципе, и на рыбалку времени-то и не было. Ну и, слава богу, я бы сказал так, надо вот это удовольствие рыбацкое получить, чтобы было желание просто так на рыбалку ездить. Нет смысла. Так что максимально время проводил дома. Понимал, что зрители некоторые, скорее всего, скучают по роликам. Но надеюсь, у вас вот это есть маленько такой вот заряд ожидания. И ролик ждете с нетерпением. Ну и постараюсь его снять максимально интересно. Так как тоже мне... Для меня создать ролик тоже немаловажный процесс, чем сама рыбалка и провождение в лесу. На днях посылку получил. Два глушака. Сейчас буду менять два ремня. Ремни на молодцук, на летний. На мотовездеход. Глушаки. Ну, соответственно, они подходят к обоим двигателям. Ну, ремни, мне кажется, не такие. Ну ладно, кажется. Кажется, не кажется. Глушак мы сейчас поставим точно. Что ж, ребятушки, добрались до места. Еду, улыбаюсь, блин, соскучился по данному озеру. Прям не могу. Несмотря на то, что воскресенье, ни одного человека нет. На улице минус 4 градуса. При такой комфортной температуре я не рыбачил, наверное, ближайший месяц. Какой месяц? Блин, у нас вся зима какая-то. Минус 20, считай, их жара. А сейчас минус 4. Ну, ветерок, но ничего страшного. Сейчас спускаемся на водоем, попытаемся поймать рыбешки живцовой. Ну а дальше разберемся.
смотри, друзья, это у меня еще осталась Кубка России. Небольшой лайфхак. Перемещать прикормку в таком вот виде. Она увлажненная. Бутылка 0,75 литра. Пластиковая. Прямо из нее посыпали. Перемешали. Если нам в небольшом количестве прикормка нужна, такой бутылочки хватает. И быстро, видите, и все, и можно, в принципе, не открывать никакие банки. По сути, можно делать даже это в варежках. Ничего страшного. Ну, сегодня тепло, так что я обхожусь без них. Закормлю ночек 6. Буду облавливать. Дальше уже будем отталкиваться от ситуации. Будут клевать хорошо, нет, будем искать. Ветер и снег говорят о том, что погода плотвина. В такую погоду сорожка просто не могла не клевать. Ну и на закормленной лунке быстренько собралась рыбка. Где-то поймаешь побольше, где-то поменьше. Но рыба клевала, и это радует. Ловишь рыбку, получаешь от этого неописуемое удовольствие. Ну, в принципе, предсказуемый результат. В этом озере рыба есть. Просто активность ее не всегда такая вот, как сегодня. А сегодня, ну просто, блин, лови не хочу, как говорится. Чем я, в принципе, и занимался. Весь свободный день. Проклевываться, но надо и себе побеспокоиться. Горячий чай нельзя же дома приготавливали. Друзья, жузана ловили без каких-либо проблем, опять же. И, блин, столько эмоций, столько кайфа, передай словами. Многие не понимают это, конечно, но я соскучился под родным водоемом, вот такой вот рыбалки. В каждой лунке есть рыба, плотва в основном, мелкий окунь проскакивает, но так. Но на него ставку не делал, мне больше интересовала вот живцовая плотва. А плотва-то была более чем живцовая, такой размер-то вполне на сковородку можно набирать. Но это... Так, между делом. А сейчас что, займемся какими-то не менее интересными делами? Не переключайтесь.
Обожаю банный день. Супер день. Тем более, если кто-то рыбалкой. После рыбалки в бане это вот. Вот. Ничего интереснее не придумал. Тепла в этом году наконец-то дождались, но опять, несмотря на то, что середина марта, погода какая-то февральская, через метели, снег валит, его и так навалом в этом году. В этом году прям полноценная зима, хватило всего. Мы сейчас ждем весеннего солнышка, тепла, свежей водички, что попало в водоемы, ну и так называемый последний лед. Кстати, сегодня Олег Чебыкин звонил, соскучился он по рыбалке и по всему, интересовался, что да как. Так что скоро мы с ним встретимся. Сейчас он на вахте, на работе пока. Начался новый день. Мы опять дома сидим, потому что возможности куда-то выбраться опять и нету. Думаю, Максим сегодня вот недолго в школе, ему придет сеной посидеть, я пока съезжу, жарится выставлю, но... Увы, у него сегодня еще тренировка, но увы, как увы, для него это хорошо. Так что мне приходится сидеть с Яной. И сегодня вряд ли я куда-то съезжу. Да? Помахай рукой-то. Что? Дома с тобой сегодня себя сидим. Так что вот так, не знаю. Может чем-то добавим этот ролик, но навряд ли. О, мультики смотреть, видите. Макаронки варить будем сегодня, от нефиг делать. Есть и так-то есть. А дизайняться нечем, макароны варю. Мне одно прикалываться в жизни нашей, на данный момент я имею в виду ситуация, которая складывается. Садик не работает, да? Мне приходится сидеть с дочкой дома. Но я могу себе это позволить, допустим. А есть же семьи, вот официально где работают, бабушки, дедушки нет, а садик почему не работает? Что там с водой? То ли отопление, то ли вода нету, короче говоря. И все. Предлагают кому-то там вести другой садик, но надо понимать, это лишний такой, извиняюсь за выражение, геморрой. Как хочешь, так и делай. Ситуация, и как бы вот таких вот непоняток-то в жизни бывает. Так вот сидишь, думаешь, блин, нафиг мне это надо, да, с одной стороны, пускай они садик предоставляют как-то вот. Как так-то 21 век воду сделать не могут там, или отопление, ну это же быстро должно все равно происходить. Нет, все, там сломалось и шевеление ноль. Когда сделают, никто ничего не знает. Извините, мы ничего не знаем, вот такая вот история. Бесит с одной стороны, а с другой стороны дома сидишь, отдыхаешь, а с другой стороны, ну блин, я не так и устаю, чтобы дома сидеть, я не могу дома сидеть много, а приходится. За тебя, наверное, я там выступал. Один лайк.
Два вида колбасы. Сделают наши макароны еще вкуснее. Так, все, макароны отварили, высыпали к колбасе, сейчас посолим, перемешаем еще раз, еще маленько пожарим, и все. Кто сказал, что папка готовить не умеет? А то говорят по слухам, что только умею яйца жарить и пельмени варить, готовые. Абсолютная неправда, посмотрите, шедевр. Ну вот и все. С папкой с голоду явно не помрешь. Худо-бедно, но приготовить что-то я могу. Видите, друзья, как день офигительно прошел. Весь день дома, заняться особо нечем. Сейчас вот только выбрался на прогулку. Прогулка это составляющая такая от дома до одного из магазинов, в котором работает жена. Ну просто встретить. Бесит, конечно, если честно, вот так вот дома сидеть целый день. Ну приходится. А нафига я это все снимаю? Многие же пишут даже: сейчас сними, как в туалет ходишь. А некоторые пишут: ну хоть что-нибудь поснимай, весточку какую-нибудь. Вот чисто видео для них. Так, обо всем помаленьку. Можно было, конечно, вообще не снимать. В принципе-то я не хотел ничего снимать. Но думаю, есть что-то, какой-то материал. Так вот, накидаю в один ролик. Будете знать, где я нахожусь. Так что как-то так. Скучаю по соревнованиям. Прям спасу нет. Не то, чтобы скучаю по соревнованиям. Понимаю, что важных стартов в этом сезоне уже не будет. А это меня... тоже вот как-то так аж подбешивает, не могу. Так что решили тут провести турнир небольшой в эти выходные. Бот объявление уже толкнул сейчас по группам ВКонтакте. Так что небольшими хотя бы турнирчиками будем сезон вот так вот тихонько закрывать. Возможно, даст бог, выберусь еще на Республику Коми, чемпионат Республики Коми будет в апреле. Но это надо там. Нет, меня зависит много. Я там поехал. Было бы с кем. А ехать особо не с кем. ПФО для меня закрыто. Кубок ПФО, потому что финансово мне никак не увезти. Очень дорогое удовольствие. Хотел съездить, но отказался. Так что ребята поют без меня. К сожалению. Для них. Ладно, друзья, на сегодня хватит снимать всякую чушь. Следите за новостями. Будет время, буду убираться куда-то и снимать нормально ролики. А так это говорю чисто для того, чтобы вы меня не потеряли. Всем пока, друзья, увидимся.